Мобильный офис социальной газификации разместился у футбольного поля на улице Чернышевского в лесном городке. Жители принимают сотрудник Мособлгаза, консультируют и отвечают на вопросы о президентском проекте, заключают комплексные договоры. До границы земельного участка каждому жителю газ подведут. А что касается уже в границах земельного участка, вот там будут уже заключаться комплексные договора. Также в офисе присутствует представитель Центра госуслуг, который сможет помочь жителям в получении сопутствующих заключению комплексного договора услуг, в том числе регистрации граждан на портале, подачи заявления о присвоении домовладению адреса, если такового нет, получение документов о собственности на землю и дом. Мы консультируем людей насчет документов, потому что, когда люди проводят газ, должен стоять земля и дом на кадастровом учете. Если это не происходит, естественно, мы оказываем консультацию и уже в дальнейшем регистрируем в Росреестре и ставим на кадучет. Это все, отправляем их документы в ведомство непосредственно, оформляем заявку через нас, через МФЦ. Мобильный офис начал курсировать по Одинцовскому округу 15 сентября. За месяц специалисты посетят более 30 населенных пунктов муниципалитета. Работать будут ежедневно с 10 утра до 8 часов вечера. Будут люди меняться, но машина всегда за кем-то будет закреплена, конечно. Будет сидеть специализированный сотрудник, который также может все рассказать, объяснить. Уточнить информацию о маршруте мобильного офиса можно на официальном сайте Мособлгаза или по бесплатному номеру телефона 8 800 100 75 75. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».